С 10 ноября 2020 года по апрель 2021 года на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе саперами от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 2028 гектаров. Как передает канал 13, об этом говорится в сообщении агентства по разминированию территории Азербайджана «АНАМА». За данный период обнаружено и обезврежено 7086 противопехотных мин, 3574 противотанковые мины, а также 7943 неразорвавшихся военных снарядов, подчеркивается в информации агентства. Накануне общественное объединение «Азербайджанская компания против мин» представило отчет, в котором было указано, что 54 человека пострадали при взрыве мин на освобожденных территориях в поствоенный период. Только в апреле текущего года насчитано 8 инцидентов, связанных с взрывом мин, в результате чего пострадали 12 человек. В их числе были гражданские лица и военнослужащие. Один военнослужащий и один мирный житель погибли от полученных ранений. В основном происшествия были зафиксированы в Губадлинском, Зангеланском, Агдамском и Тертерском районах. Также в апреле 2021 года в результате разрыва мины пострадали сотрудник МЧС Армении и два российских миротворца, отмечается в документе.